petition for me at allegory of permanent kind of final and incarnate and on your timetable your decision, so you mean it. I just infatti escaped it, and I must permanently escape from everybody. Ambitious and truly correct to drive it where, Marco. I don't cheat, want to work with you. I didn't want government to fight out with this or other fight out with government. Ротавила, сыкасми талонов, дорогих машин и наемных шлюх. Тварь, примириться со мной. Поехали. Я коротко, так как ход неправильный. Нет 10 градусов, даже не воображайте, нет. Погода не такая, это не так. Ладно. Третий залаз. Средний такой залаз. То есть мне надо скрыть, видишь ли, какую воду я держу. А какой ебак вам сказал, и, что я таргетирую, нахер, это обналичить. Кому вы набрать нужны, ебаный в рот? Где вы были 30 лет назад? Вы еще были, а, да, в могиле, то есть. Кто вы такие-то, блядь, чернобыльское поколение дегенератов? Полегче. Сейчас я коротко запомню. Один маленький раундик, и я пойду. И так все, что я говорю, относится не к YouTube, а к времени. А, и к моему выбору. Ой, к самой технике, да. Сейчас еще чуть-чуть воды, вот я почувствую. Значит, я думаю, весь этот стрёк, сейчас идет кабак где-то час-полтора. Реально будет публиковать только на Инстаграме, и там некогда с вами возиться. Я немножко проплыву, окей, вы это не увидите, я чуть-чуть. Так что вы будете иметь корёженные кадры, ваша проблема. Нет, это не 10 градусов, я не беру 10 градусов, что. Я не могу сообщиться с муженьком Ратища, который находится в Москве, по наглому шантажу дотовых вод. Все для вас, конечно. А же вещи оттуда эвакуировать не так просто. Где вот мы, где можно, ты вот мы. What ten years that in Moscow and love that you time here? And you brother for everything, вы нации деградантов, вы исламское поганое грязное исламское государство, ебанутое, разрешать поддержание здоровья, образования, искусства. Вас не видно, ваша проблема. Я восстанавливаю телевизор. И валет. Папа,
не доросли до красивого притворения, где вставляете какие-то тела и так далее, и шумные камыте. Мне не с вами работать. А да и ваша собака не нужна. А, ну да, так как в случае, да, муж болит свои балетами, болит 10 лет. Вот вы распущены с его тайм-тема. Это вы видео начали публиковать, со мной ты не сказала. Следствие будет шантаж на лекарство, вы опять не поверите. Я, конечно, закрыла публикацию, следствие будет поведение мужика, следствие его квази-болезни. Я сейчас на лекарство работала. Парочку троечку вы получили видео на ютубе, вот. Окей. Кстати, хорошего, да. Нет, это не тентлибриз, это нормально, да. Хорошего, да. Дайте мне все-таки сделать упражнение, окей? Не бог ведь что, но они как бы точно выверяют организм. Дайте мне сделать упражнение сейчас. Просто я обираться поплыла. Это было очень продуктивно, неожиданно, потому что на самом деле до этого было холодно. Но я думаю, что вода сохраняет просто тепло. Конечно, она его сохраняет.